Ну, еще пару минут займу, почему. Я обещал в этот раз ответить. Валерий Константинович, приведите цитату Дарвина, еще кого-нибудь, кто сказал, что человек произошел из землеройки. Приведите, пожалуйста, очень прошу. Дело в том, что, вы знаете, это действительно так. Большинство людей, кто даже слышал, да, землеройка, даже тут же забыл, даже не врубился. Есть верующие среди нас, жаль, что очень мало верующих. Вот, очень жаль. Вот. Большинство просто относится к жизни цинично. Вы же знаете как, если это количество мошенников, счет пошел на миллионы. Вспомните эти самые, с карточками, вспомните стариков, миллионы людей обманутых этими, как их называют, этими пирамидами, этими самыми карточками, везде и всюду. Есть возможность, чемодан я оставил, нет чемодана. Вот, все что угодно случится с тобой. По темному кварталу уже не пройдешь. И вот получается, что очень важно, откуда произошел человек. Я ему сейчас отвечу. Вот, смотрите. Просто наши дети даже не вникают, чего им в них долбят. Ответ-то вот он, смотрите. Вы про землеройку? Да? Почему? Потому что я написал, что я знаю, что сейчас наука требует, чтобы все мы верили, а так как Бога нет, значит, остается что? Остается первое, три. Первое. Из грязной лужи с помощью слипания молекул. Два академика, Апарин, второй иностранный, не запомнил. Раз. Так. Второй, кто этим занимался? Дарвин. Из обезьяны. Ну, это, конечно, образы из обезьяны, там общий предок с обезьяны. Короче, вот это вот как раз цепочка и пошла. От нуля, там, от первых молекул, так быстро-быстро. Это два. Вот. И есть еще несколько этих, про это потом. Но главное, что оба и те, и то, как бы у нас приземлило, что все было на земле. Раскаленная земля остыла, появилась откуда-то вода, в этой воде появились эти слипания, и пошло-поехало. И вот это я пытался опровергнуть, да? И вот единственный человек, который мне написал, заинтересовал, Костенков. Я ему отвечаю, ответ здесь, внимание. Именно вот этот приземленный ответ, подлый ответ, потому что исключает не только божественное происхождение, а инопланетное происхождение. Там и это самое, какая-то высшая раса, которая могла вмешиваться в этот процесс. Все исключено, осталось только мы, животные. Так, два вы уже поняли, это значит, ну, два пальца я загнул, вот он третий палец, смотрите внимательно. Биология, базовый уровень. Вот эти люди, которых я считаю очень непорядочные, которые угробили интерес к биологии, напихав сюда этот уровень. Но главное, что они написали? Внимание! Отвечая на вопрос, что я это не сам выдумал. Я не только издеваюсь над наукой, хотя издеваюсь. В самом конце мезозойской эры возникли первые плацентарные млекопитающие. 35 миллионов лет назад, помните, я говорил, 65 миллионов лет назад, это самое, вылезли землеройки, они могли и раньше быть. Первые млекопитающие землеройка, это я говорил. Я тоже не придумал, это с другого источника. Итак, уже сократился срок до 35, то есть это вчера было. Всего лишь. От примитивных насекомоядных отделилась группа животных, которая впоследствии дала начало приматам. Итак, что такое насекомоядные, от которых отделилась группа и привела примата, а значит мы? Читаю. Заметьте, это все в школе должны проходить, но учительница должна вот так. А вы знаете, 35 миллионов лет назад были насекомоядные. А ну, надо тогда объяснить, что это такое. Отряд насекомоядных, я объясняю, наиболее древняя примитивная группа плацентарных млекопитающих. Это небольшие, от 3 до 40 сантиметров, зверьки с удлиненной головой. Тело покрыто густой шерстью, уже иглами. Итак, насекомоядные. Я вам про землеройку говорил, кажется, да? Вот. Эх ты, елки-палки, не дожила. Ничего, сейчас. Сейчас это.
Я вам хотел показать фото насекомоядных, чтобы вы лишний раз убедились, кто наши дедушки, тетки и дядьки. Фото землеройка, это уже давно было. Фото. Насекомоядные. Комоядных. Не знаю, вы меня слушаете еще или нет. Насекомоядных млекопитающих. Вот они, первые млекопитающие. Друзья мои, знакомьтесь. Вот наши дедушки. Выбирайте. От них отделилась группа. Вот. Значит, чаще всего литература, а ученым надо же за что-то зацепиться. Чаще всего ученые называют правильно. Что это такое? Землеройка. Вот. Но у нее есть кандидат. Есть и землеройка. Так. Вот сейчас, которую я показал. Вот они, наши эти. Предки, да? Вы поверите, 35 миллионов лет назад. Это вчера. И вот из этого вышли люди. Это все в учебнике. Отделилась группа. Они не пишут откуда. Тут есть и живые насекомые. Они взяли широкий круг. Почему? Надо найти черты человека. Главное, что их объединяет правильно. Они молоком кормят детей. Так? А теперь выбирайте себе дедушку. Отделилась группа, так там было написано, а? Выбирайте дедушку, остальные двоюродные дедушки, тетушки, дядюшки, выбирайте. Вот эта дурь, высочайшая на свете, тем более, что им потом, я рассказывал, им потом пришлось, это, как бы вам объяснить так, понять. Вот клетка делится на две. Потом каждая, одна из них, как правило, умирает. А вторая снова делится, и когда вот все мы 3 года назад с вами встречались, здесь же, вспоминайте, большинство те же самые, не было вас тут. Вам кажется, у вас полностью произошла замена клеток, там совсем другие люди сидели. Клетки полностью поменялись, это не вы только похожи. Клетки заменились в организме за 23 года. А теперь скажите, как вот эта вот штучка начинала расти? Ей не просто надо, чтобы, если вот эта штучка, вот, ну, я первый попался, нажал. Так, вот, один из кандидатов дедушки берет и начинает увеличиваться, например, нарастает масса. Просто нарастает. Клетки, которые в лапах, лапы растут, клетки в хвосте, хвост растет, которые в зубах, зубы растут, уши растут. Мы получим гигантскую белозубку бурую. Так, нет? Вот она. Она будет размером со свинью, потом размером с бегемота. Только по размерам она не будет бегемотом. Она будет размером со слона. Но она будет точно такая же. Как из нее получается это самое изменение? Смотрим дальше. Новые виды появлялись внезапно, и это смущало Дарвина. То есть он к концу жизни уже понял, что его не занесло. Но ему поверили... плебеи. Им нужно, важно было, чтобы снести. Бог мешал людям жить. Вот. Люди ходили в церковь. Это церковь долго людей сводила в какую-то цивилизованную часть, чтобы не убей, не укради. Это смущало. Это люди не хотели жить по церковным правилам. И вдруг Дарвин дал такую возможность. Да мы же животные, мы же скотины. Тот, кто сбросил за несколько секунд, испарилось 100 тысяч людей, когда первая атомная бомба упала. За несколько секунд они не погибли. Они испарились на, даже не на эти, как на молекулы. Они до состояния электронов испарились. У них даже души испарились. Считается, душа остается после смерти. Не осталось ничего. Ведь летчик нажимал, знал, когда нажимал на эту, на кнопку бомбосбрасывателя. Вы понимаете? А если бы он точно знал, что Бог есть? Если бы он с детства бил, он сказал, я не полечил. Один потом с экипажем повесился, а остальные ничего, живы. Из тех, кто разбомбил эту самую японский город. 100 тысяч превратилось в это, в тень. Тени на домах оставались вместо людей. Вот это было. И вот и получалось так. А ученые все ищут, ищут. После динозавров млекопитающие быстро эволюционируют. Ученые нашли древнюю
зверя размером с кошку. Нашли. Еще сколько людей, ни хрена это, дурью мается. Я наконец скажу вам свою версию. Итак, это уже до конца, чтобы ясно было. Существует параллельный мир. Он существует. Новая теория, вот все дурью мается. Я вам скажу то, что потом будут проходить хотя бы как версия, но уже в биологии. Биология не должна говорить, что мы произошли от землеройки. Не должна. Мы не скоты. Чтобы человек, который современный, для этого нужно время, если даже землеройка когда-то была на какой-то планете, но это было не 30 миллионов лет назад, а триллион триллионов лет назад. Вот что. Или это было даже не так. Есть составляющая, которую мы называем биополе. Мы его не знаем. Мы не знаем, что биополе – это наша составляющая невидимая. Это силовой каркас, внутри которого мы находимся и который развивается вместе с нами. Причем биополе человека первично. Вот. А наше тело вторично. И что получается? Только это самое начинает развиваться человек, ну, сами знаете, как развивается, мы немножко затрагивали эту тему, вспоминали сперматозоиды, он начинает развиваться так, как, а у него биополе уже заранее заложено. И он в этом, внутри этого биополя действует. А это биополе еще и ДНК еще имеет программу развития. Вот эта программа развития могла из землеройки сделать то самое, ну хотя бы вот это вот чудовище. Эти самые 30-метровые киты, 30-метровые ящеры. Представляете размеры? Гигантские. Вот. Гиганты. Вот. Как они могли так быстро сделать? Для этого можно было бы еще одну запятую, еще один вариант, кроме там, допустим, это самое, кроме каких-нибудь там космических пришельцев, вот, допустим, перенос спермы там с другой планеты. Это все как варианты. И можно и эту не исключить, что и землеройки. Но тогда в генах землеройки, в ДНК, должна быть заложена программа, что именно через 30 миллионов лет она превратится вот в это. Программа. Но это опять божественное происхождение. Вы понимаете? Перечислили бы через запятую, да? Вот. Через запятую все эти варианты. И тогда, по крайней мере, ребенка не было бы. А почему нельзя сказать это? И пусть даже божественную, ну, хотя бы как версию, хотя бы как гипотезу, что нельзя исключать, потому что ДНК настолько сложна, она могла эволюционировать только если у нее заложено это в программе. Вот так усенькая у землеройки, вот так усенькая у человека. Откуда наросло такой вес? Откуда взялось 100 триллионов клеток, каждая из которых индивидуально? Не просто, вы понимаете, пройдет еще пару минут, пройдет немного времени, люди научатся говядину пускать так. Вот. Всего лишь надо, чтобы вырезали кусок говядины из живого, да, этого самого коровы, поместили в питательную среду. Я еще думаю, почему до сих пор это не сделали? Эти-то сделали, эти-то. В чем дело-то, ребята? Может, какие-то этические проблемы решаете? Вот эти ученые сделали. Правда, они в этих коровьих долях выращивают, непригодных в природе. Но сделали же вот это все из клеток выросло. Точно так же кусок говядины в питательной среде. Он растет и растет. Клетка делится на... Тут уже не надо, чтобы с одной клетки была нога, а взята где-то нибудь, допустим, с ляжки. И пусть эти клетки развиваются, и перед вами уже побольше сосуд. И вот уже вместо такого вот клеточка, там, сколько там, 100 или, может быть, миллион маленьких клеточек, то есть этих самых, а которые каждая поделилась, и получилось, ни коровы нет, рогов нет, ничего. Вот такая куча, это, говядины, а потом ее перчиком, видели бифштекса, пожарили, пошло. Это наше будущее. Только я не понимаю, почему до сих пор не сделали это. Это наше будущее.
Вот. Но человека превратить в животное, 100 триллионов клеток, каждая из них индивидуально. Одна клетка глаз растит, это самое, а другая клетка, этот самый, ногти на руках или на ногах. Вы понимаете, их нельзя поменять местами. Вы думаете, что это триллионов лет не хватит? Какие там это? Землеройка. Или, если землеройка, то в программе это заложено. И все эти версии должны рассматриваться одновременно. И всегда учитель говорит, мы не исключаем божественное происхождение. Нас там не было, когда все это развивалось. Но мы должны эту версию все продумать. Вот. Ну что, я закончил. Можете смеяться надо мной. Но я, по крайней мере, ответил на этот вопрос. Вот эта дурь все продолжается и продолжается, кстати. Вот. Я ответил на этот вопрос. Меня спросили, а где же вы действительно, с чего железо взял про землероев? Да из учебника взял, но это только один из вариантов. Это и есть, это официальное наше мировоззрение. Вот, мы скоты. Вот. Сеченов что доказал? Он мне не доказал. Но в учебнике написано, что это самое. Сеченов доказал, что у человека нет души. Спасибо. Общественность встретила это с восторгом. Вот. Те, кто за божественное происхождение были, так сказать, пристыжены и пошли церковь взрывать. А зачем церковь нужна? Бога-то нет. А как хочется украсть? Ой, не знаю, зачем я все это говорю. Для кого и для чего?